Ух ты, и снова я, Александр Кривлад, печени. Ребят, будем сажать грецкий орех, сорт Кочерженко. Я выкопал яму небольшую, потому что здесь у нас посажен бурячок столовый, чтобы не повредить. Сейчас я разрезаю. Какой корень, я не знаю. Так, разрезаем. Раз. Два. Раскрываем. Опа. Оп. Ребятки. Опа. Ребята, все в песку. Я сажаю сюда. Землю. Опа. Даже и не смотрю, какой корень и что с корнем. Даже и не смотрю. Эй. Эй. Земли чуть-чуть. Опа. И все. Это и все. Засыпаю землей то, что я выкопал. Так, есть такое дело. Так, ребятки, поливаю водой. Водичкой. Вода упитается и будет все хорошо. Грецкий орех, сорт Кочерженко. Сегодня май месяц, не знаю какое число, 20 или 16 или 15, точно не скажу. 20 мая 2019 года. Вот через 3 года, если примется, будем снимать видео с орешками. Итак, я посажу сюда еще 3, то есть еще 2 орешка сорт Кочерженко. Ну, и что здесь снимать? Выкопал яму, посадил. В яму я пока ничего не добавляю. Осенью раскопаю, обкопаю диаметры где-то 1,20 м кругом. Сейчас я не могу, потому что здесь у меня посажен бурячок столовый. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривлад, печенеги. Грецкий орех, сорт Кочерженко. Пока.